все получается как в глубокую старину, в праздничные дни. Русские люди собирались вокруг Божьего престола, молились Господу и Пречистой Деве Марии, напитывали свои души и тела телом и кровью Христовыми, причащались и уже с крыльями за спиной выходили из храма обновленными, очищенными, освященными, и затем прежде трапезы беседовали, иногда сочетали это с самой трапезой. Почему и служба, литургия, на которой мы сейчас были, именовалась обедней, духовной пищей. А затем продолжением литургии служила уже земная трапеза, хлеб и соль, что Бог послал, щи да каша, пища наша. И все это сдобривалось духовным словом. Если были гости, особенно священство, которое на Руси всегда почиталось благоговением, то сажали батюшку под образа, красный угол. Так-то мы как будто с вами в 16 веке. В 21-м идем уже по проторенному руслу. И батюшка Евгений попросил, посоветовал взять сегодня для нашего собеседования размышления о служении человека Богу в супружестве, о всем том, что этому служению мешает и что ему способствует. Разговор у нас будет неформальный, батюшки не по бумажке лекции читают, а семейный, доверительный, может быть, не избегающий тех больных и острых предметов, которые и составляют нашу жизнь с ее минусами и плюсами. И, конечно, будем сразу честными и откровенными. Мало кому из нас удалось избежать тяжких падений. Большинство из нас были взрослены и воспитаны за оградой Матери Церкви, не получали с детских лет благочестивого воспитания, то есть в духе веры и любви, целомудрия и чистоты. И все мы в этом отношении без вины виноваты, и все собратья по несчастью, все идем от худшего к лучшему. Всем нам Господь авансом дает свою благодать, дабы мы, переосмыслив многое из прожитого, старались не повторять совершенных в неведении ошибок. Как говорили в старину, мудрый муж не согрешает дважды. Речь идет не о будничных каких-то оплошностях, которые по немощи человек в течение жизни, к сожалению, совершает. Проспал, переел, осудил. А о тяжких падениях, которые выкрадывают у человека благодать Божию, если вести речь о крещенных людях. В этом отношении большинство из нас, конечно, имеет наследие, как бы родимые пятна. Мы беседуем именно о семейной жизни, я сейчас не касаюсь других проблем. Это плотские согрешения, то есть грех против седьмой заповеди, которая, если вы помните точно, звучит так: «Не прелюбы сотворишь и не прелюбодействуй». Эта заповедь обращена не только к супругам, запрещая им неверность, плотскую измену, но, конечно, и юношам, и девушкам повелевает им хранить девство, Богом данное состояние чистоты души и тела ради их собственного счастья. Бог есть любовь, но Он против разврата. А развратом называется всякое падение, всякая жизнь по плоти вне законного
супружества. Для нас с вами, крещенных людей, конечно, росписи недостаточно. Это всего лишь юридический акт, узаконивающий в очах государства новую семейную ячейку. Акт, который наделяет нас определенными правами и обязанностями, сам по себе нужный, он никогда не был самостоятельным. Но еще в начале 20-го столетия сначала крещенные люди венчались, произнося обеты взаимной верности и любви. И по молитве священника и всей церкви на них сходила благодать Божья, как сегодня она сошла на всех причастников. И эта благодать соединяла сердца брачующихся воедино с помощью им в дальнейшем жизненном подвиге. И только после этого, после таинства венчания, после того, как жених и невеста, встав под венец, скрепляли навеки свой союз клятвами верности, в метрической церковной книге ставили они роспись о том, что совершилось это событие. После революции порядок вещей был изменен. Ленин сам венчался на Крупской, а другим уже не давал. И наши родители были в этом отношении ущербными людьми по большей части. Они полагали законным браком по пришествии в ЗАГС и роспись, не понимая и не зная, если были крещены, конечно, что существо дело совсем в ином. И пред Богом, безусловно, для нас, крещенных людей, чистым и святым, собственно, супружеским союзом и является таинство венчания, о котором я еще поподробнее расскажу. А мы, оглядываясь на прошлое, конечно, вспоминаем те грехи, те падения, те увлечения, которых редко может избежать современный молодой человек или девушка, выросший в среде неосвященной, далекой от Бога. И слава Богу, что нам даровано таинство покаяния. Это все исцеляющее врачество. Какие бы падения множественных и тяжких на нашей душе ни было, все Бог простит и снимет, и очистит, и возродит душу, и убелит ее, и соделает ее чистой, конечно, не без трудов с нашей стороны. Через таинство покаяния, когда в присутствии священника, Богом поставленного свидетеля у креста Евангелия, мы без дайки искренно рассказываем о том, чего обычно в миру стыдятся и что сокрывают в глубинах сердца, что пытаются скрыть от чужих взоров. Исповедь требует иного. Грехи постыдные, говорит святой Иоанн Златоустый, стыдом исповедания сожигаются. К сожалению, с детских и даже чуть ли не детско-садовских лет нас они преследовали. Никто не обращал из наших воспитателей и родителей должного внимания на сохранение себя от блудных мечтаний, помышлений. Часто они бывают спровоцированы детскими игрищами, недостойными, какими-то разговорами. Один мальчик развращает другого. И этот взаимный интерес полов, как правило, доходит до каких-то извращений, каких-то детских игр во взрослых. И вот уже первые кляксы, первые пятна, которые ложатся на душу и на тело, зачастую оборачивающиеся затяжной, болезненным состоянием.
нам, священникам, приходится ежедневно принимать исповеди и пожилых людей, и среднего возраста, и подростков, и мы знаем, как демон блуда истязает душу, как он ее постоянно старается столкнуть в грязь. Как вместо чистого восприятия лица противоположного пола, а человек целомудренный смотрит на девушку, на женщину, как на ангела, видит в ней красоту девичества или сияние материнства. К сожалению, душа, далекая от исповеди, от молитвы, бывает как бы придавлена этим духом. И через живущие в нас страсти, через плотскую похоть, к сожалению, бывает тянется бесконечная вереница грехов, совершаемых наедине с самим собой. Эти постыдные человеческие немощи накладывают определенный отпечаток на душу и на тело. Человек развращается, воля его слабеет, сознание его заполоняется соответствующими образами, помышлениями. Он сам себе бывает не рад, сам себя стыдится и ненавидит, но не в состоянии бывает порвать вереницу этих грехов, если только не совершается с ним что-нибудь то ли драматическое, катастрофическое, когда жизнь бьет нас, больно бьет, а особенно светлое и радостное, когда душа через добрых людей приходит к церкви, и первая исповедь у священника православного – это событие поистине эпохального, космического значения, невообразимый груз с плеч падает. Вот и сегодня, насколько я понял, несколько человек в первый раз, в первый класс подошли ко кресту Евангелию со страхом и трепетом. И это не просто психологическая разгрузка, это не просто облегчение, когда добрый, внимательный человек выслушал нас. Через священника, будем в этом твердо веровать, сам Иисус Христос прикасается к нашей душе. Он омывает почерневшее от греха тело, Он возвращает крылья нашей душе, Он дает и обновляет силу к сопротивлению греху. И поэтому нет такой застарелой привычки, с которой, кажется, человек уже сроднился, по слову Достоевского, ко всему-то подлец человек привыкает, почитает, то есть нормой, во что он вляпался и во что он врос. Нет такого навыка и греховной привычки, который нам не дано было бы разорвать, если этого требует совесть, если этого хочет Бог, если мы сами того желаем. Итак, основанием, подготовкой к полноценной семейной жизни является, конечно, очищение совести, то есть снятие с нашей души всех этих бремен, отъятие этого груза, который неимоверно давит на всякого человека. И бывает, что священники даже по глазам, по выражению лица видят и чувствуют, насколько нуждается человек в исповеди. Повторяем, что исповедь – это не человеческое лишь дело. Не батюшка совершает с нами благодеяние, но сам Иисус Христос, даровавший священство пастырю, невидимо стоит, и кровь его струится, омывая сердце человека искренне исповедующегося. И нам хорошо известно, священникам, что если душа понерадела о такой исповеди за всю жизнь, иногда мы называем ее генеральной исповедью, если остались в памяти какие-то тяжкие падения, множественные падения с лицами иного пола, отягощенные всевозможными извращениями, или какими-то насилиями, или иные грехи, о которых, по выражению апостола, и говорить-то стыдно. Мы знаем, что если человек вступает в супружескую жизнь, а у него за спиной рюкзак с этими каменями, то очень часто вместо ожидаемой гармонии, вместо
мира, совета и любви имеет место противоположное. Недоразумение, ссоры, нестыковки, психологическое разномыслие, отчуждение друг от друга. Зачастую светский психолог, специалист даже не понимает, что происходит. Молодые, красивые, здоровые люди, как бы созданные друг для друга, и любят друг друга, и ненавидят одновременно. Это как раз свидетельство тому, что без врачевания таинства в церкви никто не может выстроить дом основания своей супружеской жизни. Здесь потребна чистая совесть. А чистую совесть дарует Господь, когда мы об этом позаботимся и очистим ее через исповедь. Сегодня у молодых людей распространено такое, ну, не убеждение, а поверье, что к браку готовиться нужно посредством всяких свободных, ни к чему не обязывающих связей. Мы сначала поживем, мы сначала убедимся, что нравимся друг другу, мы сначала потешим свою плоть, но затем, остепенившись, и поженимся. Или так говорят, молодой еще, погуляю, что мне в эту кабалу себя отдавать. Ах, какое заблуждение тягчайшее, потому что жизненный опыт показывает и подсказывает, что подобные свободные союзы, называются они просто блудом, развратом, разваливаются, как карточные домики, еще прежде, чем поставлена кровля. По определенному закону люди, следующие зову страсти, как неистово любят друг друга, так начинают тяготиться друг другу, часто ненавидеть, отталкиваясь друг от друга. По закону Ньютона действие равно противодействию. Да, святые отцы так и говорят, что демоны, желая человечество отвести от Бога, всячески возбуждают в нем плотскую похоть и соединяют людей друг с другом, но не на основе Божьего закона, не на основе обета взаимной верности и любви, а чисто по плотскому половому лечению. Поначалу все содействует их желанию, но это только поначалу. Будем откровенны, такие беспорядочные связи противоестественны именно потому, что они игнорируют дар материнства, они смеются над чадородием. Современное человечество, развращая себя, калечит себя многочисленными изобретениями в области предохранения. Сегодня по существу и женщины здоровой не найдешь, потому что, согрешая против дара чадородия и материнства, часто они подходят к супружеству совершенно больными, постоянными пациентками всяких диспансеров, страждут от трудноврачуемых болезней, являющихся часто наградой за эти злоупотребления. И, как правило, блудные связи на том и зиждутся. Один эгоизм, сухой расчет, похоть безоглядная с отвращением от дара материнства и чадородия. Люди выступают в качестве каких-то муляжей, скверня собственное естество, начинают страдать и мучиться практически тотчас после того, как осуществляются их желания. И это тоже предмет для исповеди не только женщин, но и мужчин, потому что одно дело преступная любовь, плотской грех, а другое дело еще извращение против чадородия. Я умолчу о абортах, которые оставляют тяжелейшую травму психике любой женщины, даже той, которая не вспоминает
о содеянном и называет их штуками. Ну так, штук 15, 8, 7. Мужчины ведь тоже в этом повинны, это грех вовсе не женской только, но и тех, кто провоцировал своей необязательностью, ветренностью, эгоизмом этот грех. И на исповеди, между прочим, неплохо бы еще и воспомнить, не являемся ли мы прямыми или косвенными участниками такого страшного греха, как детоубийство. Итак, путь к супружеству, конечно, в воздержании, который еще никогда никому не повредил. Путь к супружеству в уцеломудривании, путь к супружеству в восстановлении целостности как нашей психики, так и телесной крепости и здравия. Не секрет, что люди, повязшие Будда в множественных грехах, как правило, являются инвалидами телесными. Не секрет, что, растлевая самих себя, люди часто бывают неспособны к чадородию, к супружеской нормальной жизни. Все это было бы ужасно и трагично, если бы не благодать Божья. Ибо, повторяю, что в таинстве покаяния Господь очищает душу, возвращая ей чистоту, содействует и телесному выздоровлению. Вспомним, что все таинства, и прежде таинство причащения, мы принимаем во исцеление души и тела. Многие из нас уже поисповедовались, многие из нас уже имеют правильное понимание и суждение о том, как готовиться к браку, но немногим из нас удается свою душу, область мысли, сферу внутренней жизни сохранить от греха. Действительно, ведь начинается он именно там, в недрах нашего сердца. К сожалению, все в нынешнем мире пропитано блудом. Телевидение, средства массовой информации, рекламы, легкое чтиво, порно, игры компьютерного характера, которые сегодня предлагаются не взрослым только, но и детям. Сам дух нашего общества, на пьедестал возносящий похоть, но не материнство, но не девство, но не семью, таков, что надо было бы закрыть и глаза, и уши, и уста, и вообще спрятаться где-то в лесу, как вот мы с вами, чтобы чувствовать себя в безопасности от этого всепроникающего блудного духа. Вся светская культура сегодня им заквашена. И поэтому борьба действительно очень нелегка. Но она обязательна для всякого христианина, потому что по словам Иисуса Христа, всякий, кто с нечистым взором, внутренним похотливым расположением смотрит на кого бы то ни было, кроме своей жены, уже является в очах Божьим преступником седьмой заповеди. А Иоанн Златоуст и так и говорит: вот на свою жену и взирай с радостью и благим желанием, она тебе и дана, как твоя утешительница и помощница, никогда не изменяй ей, никогда не оставляй ее, и счастлив будешь ты и твои дети в награду за верность. Мы говорим сегодня о блудном духе, а не о естестве нашем, которому свойственно стремиться и найти другую половину, если только человек не идет выше естественным путем, безбрачия и монашества, ангельской дорогой, которая, конечно, не для всех, но для имеющих к тому благое произволение. Очистить внутренность души нашей от этого всепроникающего нечистого духа человек может, если ему содействует благодать, а нам она содействует. Нужно только знать законы и способы этой борьбы. И, во-первых, конечно, целомудрить наше поведение, не допускать развязанного поведения с лицами иного пола. Иногда и женщины провоцируют в христианине, особенно если они ведут себя бессовестно, развязанно, по-современному, блудную брань. Поэтому нужно уметь выбирать общество, с кем поведешься, от того и наберешься. Дурные
сообщество развращают благие нравы. Нужно, конечно, беречь себя от грехов осязания. Современный стиль общения с молодежью ни к чему не обязывающий, кажется, объятия, поцелуи, современные танцы, моды, все это направлено к одному, к общему, не дай бог, сувальному греху. Но помимо этого внешнего строгого поведения, которое отличает христианина от язычника, необходим еще внутренний стержень. И он, как мы сегодня говорили в храме, заключен в молитве. Человек, призывающий имя Иисуса Христа, человек, помнящий о том, что Бог его видит и слышит везде и на всяком месте, запрещая ему грешить, влечет его к добру, такой человек бывает безопасен и в толпе, и в любом обществе, потому что он ходит пред Богом. Иногда мысли непроизвольно атакуют нас. Мы тоже не из опилок с вами, из плоти и крови. Иногда ночные или сновидения, или какие-то движения плоти искушают человека. Однако, едва лишь только вынешь этот меч из ножен, произнесешь молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», или «Господи, помоги, не остави», сопротився страсти, обрати ум к Богу, напрягись внутренно, и враг бежит, у рамы ломим, гнутся шведы, и близок-близок глаз победы. Нужно точно знать, что благодать Господня, которая живет в нас, как роса, снизойдет и уцеломудрит, и очистит, только бы не сдаваться без боя, только бы не действовать по внушению, соблазну или порока, только бы уметь вовремя отвратить глаза, слух, руки, внутренне взывая к Творцу и мысленно поставляя себя пред лицем Спасителя и Богородицы. Это доказывает опыт десятков и сотен тысяч христиан, которые сохранили себя в чистоте, живя в развратных городах, Риме, Москве, где бы то ни было. И каждому из нас нужно учиться всегда бодрствовать над самим собой, всегда быть садовником собственной души, всегда ограждать ум и сердце от этих непрошенных посетителей, разумею, недостойные христианина образа и мечтания, всегда пресекать те пошлые сальные речи, которые в общении друг с другом провоцируют развитие страсти. Апостол Павел добавляет еще к этому следующее: «Братья, не упивайтесь, ибо в вине есть блуд». Мы, в отличие от сектантов, каких-нибудь баптистов, не произносим анафемы вину. Мы служим на виноградном вине, в чем вы сегодня убедились. Однако есть разница между употреблением вина и злоупотреблением его. Вино чистое, хорошее, виноградное, оно полезно для здоровья, оздоровляет кровь. Вкушается оно с молитвой, как у любая другая пища. У вас, может быть, здесь сухой закон, и это понятно по каким причинам. А в семейном общении может быть все иначе. Однако едва лишь только норма, мера не соблюдена, и многие знают это по прошлому опыту, в человека как будто вселяется страсть. При том, что душа пьяненького открыта всем страстям, как изба с распахнутыми дверями и окнами. Кто-то, например, звереет, да так, что его родственники не узнают. Когда трезвый, такой хороший, а чуть нажрется, просто хуже Фантомаса. Так вот женщины рассказывают про своих родственников. И действительно, мы знаем по опыту, что демоны злобы и гнева иногда просто людоедство вселяются в людей пристрастных горячительным напитком. Так что они забить собственными руками могут дитя свое, забывают голос родства, становятся нелюдями, нехристями. А другие бывают одержимы блудом. А я, когда пьяный, такой добрый, такой милостивый, прямо обнимаю
всех и вся. Ни одной юбки я пропустить не могу мимо себя. Так меня и тянет в эту сторону. Несомненно, в этом видно действие падшего духа, который помножается на дремлющие в нас страсти. Вот почему апостол не запрещает вовсе употреблять вино, но запрещает упиваться. Помните, как русский поэт Блок писал в одном школьном программном стихотворении о пьянице с глазами кроликов «In vino veritas» кричат. В истину в вине думают найти. Нет, христианину заповедан трезвенный образ жизни, устав церковный разрешает кушение вина, называет даже его утешением, велим утешением братья, но все упорядочивает и учит все совершать во славу Божию. Итак, умеренность во всем, строгое обращение с лицами иного пола, дабы никому не подавать соблазна, и внутренняя молитва к Богу и Богородице, умение уберечь свои глаза, уши, изгнать из души непрошенные мечтания, мысли нехорошие через молитву. В заключение могу только сказать, что иногда человек уже исправился, очистился, он уже новый, он уже отвращается от порока, порок стал ему гнусен, но преследует нас воспоминания, и часто это бывает во сне. Каждый на своем опыте, наверное, знает это, и мы, батюшки, нередко принимаем такую исповедь. Батюшка, вы знаете, я готовился к причащению, вот, как вы мне сказали и молились за меня, я уже 2 недели не курю, сам себе удивляюсь. Я думал, что я дымоход неисправимый, а тут смотрю на березки, на небо, все меня радует. Недавно предложили покурить, так я ему в глаз дал. Вы помните, я в этом исповедовался, вы запретили драться, но и все-таки не одобрили таких предложений. И вот, батюшка, случилось так, что я сегодня ночью во сне вот кальян курил. Вот снится мне, что я в Азербайджане, в Самарканде, захожу в какую-то чайхану, и там вот кальян мне предлагает мэр города Екатеринбурга. И я сел и думаю, что же я делаю, что я батюшке скажу. И прям присосался к нему, и у меня уже глюки начинаются. Вот, и тут я проснулся, перекрестился. Господи, слава тебе, что во сне, но согрешил же. Ведь был бы я немножко покрепче, так во сне бы ногой бы долбанул этот кальян, мэра бы отодвинул в сторону. А я же прямо бросился на это предложение. Да, действительно, снам верить нельзя. Но по тому, как мы ведем себя во сне, мы можем судить о том, насколько наша душа воинственно настроена против порока или еще уязвляема им. Так вот и блудные сны. Не при девушках будет сказано, иногда снятся нашему брату. И по-разному ведут себя во сне эти герои. Представьте себе, вот во сне приснилась какая-нибудь цыганка, вот, затрясла плечами, запела, как Елена Образцова, «Люби, как у пташки крылья». Вот, я хрюкнул и прямо побежал на нее. К сожалению, сон закончился не слишком рано. «Девушка, батюшка, прости». А другой во сне увидел эту же самую диву, русалку, да, и говорит, что тебе надо, я уже хороший. Она говорит, хороший, вот ты такой очень хороший, сопротивлялся до последнего, ах, прости меня, Господи, помилуй. А другой во сне увидел эту же цыганку, чуть только она стала выставлять свои прелести, он ее во сне прямо крестит. Вот, она вдруг завертелась вокруг своей силы, фу, и испарилась. Он проснулся победителем, олимпийским чемпионом. Это уже что-то, если человек во сне перекрестился или даже побежал от нее со словами «Мамочка, спаси!» Это значит, что душа уже укрепилась и бодрствует даже в сонном состоянии тела. Так вот, бывает, что не всегда благополучно обходится
наш ночной отдых, потому что демон пользуется сонным расслаблением и воздействует на душу, воскрешая в ней образы, память прошлого. Вот для этого-то и существует святая вода и святая просфора, которые человек, внутренне поисповедовавшись, принимает с просьбой очистить его душу и тело во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если действительно сон принес нам что-то неприятное, какое-то искушение, то на исповеди мы обычно это называем, и Бог раз от раза нас делает все более крепкими, целомудренными и приуготовляет таким образом к подлинному служению. Конечно, дорогие друзья, брак в наше время – это счастье, которое совершается на небесах. Браки, говорят, заключаются на небесах. То есть без Божьей помощи найти среди тысяч приятельниц ту, которая действительно будет верной помощницей, верной супругой, разделять с нами радости и скорби, будет идти вместе с нами тропой бескорыстной любви, это действительно дар Божий. Да ведь и мы не ангелы, и мы не сахар. Посему должно просить Господа Бога, для кого это актуально, и кто действительно желает идти семейной жизнью, дабы сам Он и Матерь Божья указали нам перстом ту, которая составит наше счастье, которой мы будем достойны. Есть особые святые, содействующие образованию православной семьи. Среди них почитают идеальных супругов русские князья Петр и Феврония Муромские, чудотворцы. Многие даже ездят в этот старинный город Муром, родина преподобного Ильи Муромца, на пути в Дивеево на реке Оке. Есть святой отец Иоанн Кронштадтский, ангел-хранитель Санкт-Петербурга. Там же ранее его подвязалась блаженная Ксения Петербургская. Вот их не без основания почитают покровителями семьи, равно как древних мучеников Гурия, Самона и Авива. Они в свое время, буквально с небес явившись, защитили невинную женщину, обманутую лукавым ее женихом. И в доме православных христиан супругов, как правило, эта икона Гурия, Самона и Авива присутствует. А наконец молится самой Пресвятой Богородице, и у многих православных семей есть излюбленная икона, будь то Казанская или Владимирская икона Богородицы. В Москве у нас есть неподалеку от улицы Горького, Тверской улицы, храм Воскресения, где находится чудотворная, очень теплая и светлая икона, именуемая «Взыскание погибших», Матерь Божия, взыскивающая погибших. Пред ней молится о супружеском счастье. Как бы то ни было, но мы действуем по пословице «На Бога надейся, сам же не плашай». И верим, что если ты стараешься не обновлять своих грехов и действительно желаешь доброго, а супружество, безусловно, добрая вещь, Господь даст. Важно только нам понимать, что любовь подразумевает единомыслие. Церковь не то что не одобряет, но даже запрещает союз своего чада, то есть крещенного православного христианина, с неверной половиной, то есть некрещенной, или с инославной, то есть находящейся в каком-то еретическом исповедании, католичкой, лютеранкой. Одно дело привести к крещению некрещенную, или воцерковить душу, которая была незнамо где крещена, еще под вопросом действительности этого крещения, а другое дело сопрячь себя с лицом иноверным, инославным, и тем самым совершить предательство по отношению ко Христу и к Церкви, осквернить и плоть, и душу. Важно понимать, что такой человек, а случаев нынче этих немало, уже даже не может причащаться святых тайн Христовых с чистой совестью.
Именно потому, что для нас чистым и святым является лишь венчанный союз, а значит предполагает духовное единомыслие. Вот почему всего лучше бывает, когда уже начав посещать храм, может быть, даже участвуя в клиросном пении, будучи чтецом или алтарником, православный христианин найдет свою судьбу, встретится с доброй прихожанкой и, может быть, даже и сам священник как-то поможет, по крайней мере, подскажет, познакомится, либо уже благословит такой союз, который складывается под сенью, под кровом храма. Безусловно, брак – нелегкое дело. Помимо единомыслия духовного, должно быть еще и узнавание друг друга. Полюбить надо друг друга искренне и нежно. Убедиться в том, что это твоя половина. Убедиться в том, что ты действительно с этим человеком хотел бы рука об руку идти жизненной стезей, строить семейную жизнь, угождать Богу чудородием, если Бог дает деток, воспитывать их в благочестии. Этот человек должен быть себе глубоко интересен, равно как и ты ему. Мы не можем одобрить каких-то расчетливых отношений. Здесь, безусловно, должно быть скрепляющее единство, именуемое любовью. Хотя любовь, будем отличать от влюбленности. Влюбленность – часто эгоистическое чувство. Полюбив кого-то до самозабвения, человек может лишь любить самого себя и тешить свою плоть. Истинная любовь жертвенна, она проверяется в трудах. Почему у христиан не бывает разочарований, и чем более трудностей, нестыковок, тем более сознательный христианин пламенеет любовью, то есть отвечая в определенной степени за свой выбор, сохраняя мир в семье, он должен проливать и пот, и кровь, и если не все получается, должен удваивать свои молитвы, дабы мало-помалу возрасти, взойти к той великой настоящей любви, которая осенена Божьим благословением. Во всяком случае, русские пословицы «терпение, труд, все перетрут», «стерпится, слюбится» очень мудры. И здесь не нужно обманываться, особенно молодежи, которая иногда приходит к батюшкам с такими загадками. «Батюшка, могли бы вы нас развенчать?» Священник уже смотрит, как судья военного трибунала, но дезертирует. Что такое «развенчать»? Ты принес клятвы веры и верности. Ты обещал проливать кровь до последней капли на этом поле брани. Что такое развенчать? Вот. А священник, например, сам венчанный, он не знает, что такое разлюбить или развенчаться. Он как Мересьев ползет до победы, как Матросов грудью на амбразуру ложиться, либо все, либо ничего. Русские офицеры не сдаются. Мы, венчанные супруги, как, знаете ли, штрафбат, ни шагу назад, позади Москва. Нас встретят только пули. Поэтому батюшки серьезные не спешат поддакивать таким дезертирам и оппортунистам. Мы, батюшки, реставраторы, мы можем помочь вам опять обрести друг друга в новом качестве, поисповедовать вас, вновь соединить ваши руки, вдохновить вас. По большому счету, это компетенция епископа церкви. Он разбирает самые такие сложные случаи, и он изрекает слово «быть или не быть им вместе». Христос Спаситель говорит, что нерасторжим союз мужа и жены, кроме нераскаянного прелюбодеяния. Если половина изменила и не кается в этом, и считает это за норму, в общем, с ума сошла, башню сорвало. Вот тогда подождать лет 5-10, если Господь не смирил эту половину инсультиком каким-нибудь правосторонним,
тогда, может быть, и развестись гражданским образом, сказать, придешь, прощу, накажу, но прощу. В общем, мы, супруги, это смертники, которые берут неприступные высоты. И апостолы, все это узнав от Иисуса Христа, сказали, может быть, лучше вовсе не жениться. Господь сказал в ответ, ну, это не всем, а тем, кому дано, тем, кто просит и желает идти путем ангельским. Да, а если женился, не ищи развода. Ну, а теперь, дорогие друзья, кратенько скажу, время бежит так быстро, у нас осталось в запасе всего лишь 21 минута, если следовать графику. Да-да. А, как вести себя тем, кто полюбили друг друга? Вести себя как Ромео и Джульетта. Они до венчания, кстати, были венчаны, Ромео и Джульетта. Себе многого не позволяли. Дашь палец, откусит и руку. К сожалению, очень часто, как я уже сказал, разрушаются такие скороспелые союзы именно тем, что похоть царствует и господствует над нравственностью. Любовь должна быть выстрадана, выверена временем. И поэтому христиане в этом отношении белые лебеди, в отличие от мокрых галок, тех людей, которые не знают никакой святыни. Если ты видишь в своей избраннице свою спутницу, утешительницу, ангела, который будет скрашивать твою жизнь, если ты видишь в ней мать своих будущих детей, благоговей перед ней, говори вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным, я вас люблю, любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем, но пусть она пока вас не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Священники, зная взаимное тяготение любящих друг друга, как раз если все решено между ними и условия сложились, стараются поскорее их повенчать, подсказать им, дабы они не искушали собственную немощь. Говорят, что если внутреннее дело решено, и вы сделали предложение, не были отвергнуты, то очень важно взять еще благословение родителей, которые утверждают дома их детей. Молодежь об этом нынче не думает. Пришел какой-нибудь 16-летний юнец, мама, я все-таки женюсь. В общем-то, я уже женился, она там стоит на лестничной клетке. Кто? Анжела Дэвис. Я полюбил ее, когда был ребенком. Она сейчас приехала в Советский Союз, ей 54, но она перетянула кожу с попки на рожу. Такая обольстительная. Правда, у нее уже 8 негритят от Луиса Карвалола, Карвалана. Но я считаю, что нужно помочь и улучшить квартирные условия. Она приезжает в нашу коммунальную комнату, ты переселяешься на палате. Нет, так нельзя. Это не по-православному. Потому что если мама не благословит и скажет, сынуля, ни за что, никогда. Не бывает счастья там, где верующие родители христиане не одобряют выбор сына. Ведь раньше-то родители выдавали детей замуж и женили, принимали куда больше участия в этом, и не желая зла, детям всегда находили правильную кандидатуру. Сегодня мы должны, конечно же, заручиться благословением, одобрением родителей. И даже нецерковные люди, папы и мамы, понимают, что нужно сказать в этот момент, когда вы приходите к ним и говорите, дорогие папочка и мамочка, вот такое дело, в общем, мы вот, как бы вам это сказать, вот мы вот решили вот так. Вот родители берут икону, которую вы, может, сами всунули в руки, и произносят слова, которых которым никто никогда не читал. Дети, да благословит вас Бог. И вот это родительское слово, это сила, которая, наверное, лишь уступает священническому благословению. Брак по определению римского права есть добровольный союз любящих друг друга мужчины и женщины, объявленный обществу, а не под чердачной лестницей контрабандой осуществленной. И прежде всего объявление обществу совершается через родительское благословение.
не шито-крыто, а все ясно и прекрасно. Это, собственно, и есть помолвка, когда еще до всякого венчания собирается Монтеки и Капулетти, то есть семья жениха и семья невесты, раскрывают шампанское, пробка бьет в потолок, соседи сбегаются тоже вниз, что такое происходит, а у нас тут вот детки надумали, тили-тили тесто, жених и невеста, родители благословляют, дети преклоняют главы, начало положено. Батюшка все это издали одобряет и подается на роспись дело. Я, например, еще в советское время венчался, и батюшка сказал: спешите, дорогие мои, пока ничего не случилось, давайте-ка венчаться, подайте на роспись, найдите священника, который вас согласится даже повенчать прежде росписи. Сейчас обычный порядок, вы расписались, если батюшка вас совершенно не знает, для него ваша роспись есть гарант того, что вы серьезные люди, а не какие-то бременские музыканты. И не те, кто, знаете, песня алименщиков, слышали такая? «Наш адрес не дом и не улица, наш адрес Советский Союз». Вот, вы не такие. Да, но бывают исключения, если вы родные священнику, духовные чада, ждать, пока там ЗАГС вас примет, то еще приходишь в ЗАГС, смотри, не растеряйся, не перепутай, вот дверь на разводы, вот дверь на роспись, попадешь не туда. Да, в основном сегодня роспись обставлена как мартышки на подражание венчанию. Я, например, сначала венчался, а потом пришел уже в ЗАГС, может быть, нетипичный случай, и там было такое крупное объявление: дорогие молодожены, брачующиеся, вы удостоены великой чести, вам будет вручать кольца Колпакова Алевтина Семеновна, которая еще во время Великой Отечественной войны, хорошо, не 1812 года, из своей винтовки уложила 32 фашиста. Я прочитал это, думаю, ничего себе, счастье привалило. А если вы не верите, то вот здесь в шкафу памятные винтовки с соответствующими зарубками. Выходит дама безразмерная, 84-го размера платье, плюс красная лента такая, снайпер Советского Союза. Говорит: давайте ваши колечки. Я говорю: не дам. Не дам, мне батюшка эти колечки из алтаря вынес, надел их на пальчик невесты, и мой говорит: не снимайте эти колечки, не оставляйте их утром в мыльнице, как это бывает. Снял, намылился и оставил колечко. Вот, колечки берегут вас, если вы бережете взаимную верность. Это как нательный крестик святыни, эти колечки передаются внукам и правнукам. Счастлив тот правнучек, который от бабушки колечко по наследству получил и своей невесте на пальчик надел. В общем, колечки я не отдал, шампанского не пил, а просто расписался в метрической книге. По тому времени нам еще по 100 рублей платили, как первый раз. Брачующимся выплачивали по 100 рублей. Скидка была на золотые колечки в молодежном дворце каком-то. Но это время, может быть, уже прошло. Не в деньгах счастья. И, наконец, дорогие друзья, венчание. Венчание – это одно из самых прекрасных, самых удивительных таинств. Состоит оно из двух ступеней – обручение и, собственно, венчание. В обручении он и она стоят в притворе храма, как бы во входе, и трепещут, друг на друга смотрят, а батюшка в белой ризе, выходя из алтаря, как голубь мира, соединяет их руки. И когда он говорит: соедините ваши руки, внимательно смотрят, как у них это получается. Современные невесты своей маленькой такой корявой ручкой цап-царап сверху пытаются схватить жениха за руку. Эмансипация. А по-православному он свою добрую теплую ладонь кладет на ее ручку в знак патриархата. Кто в доме хозяин? Она опять... Он опять...
Вот такая драма. Но батюшка это все подсказывает, конечно, потому что и в мелочах такие интересные детали проявляются. И суть венчания как раз в том, что священник, окропленные освященные колечки, нанизывает на ваши персты, трижды меняя их взаимное положение в знак единства, нерасторжимого единства, даруемого христианским супружеством. Интересно, что колечко на руке невесты означает, что он со всеми потрохами, со всем движимым и недвижимым имуществом, со всеми нефтяными приисками, которыми он владеет. У него там где-то в Дубае бизнес торгует пушниной аравийскому шейху, оружие продает или еще что. Вот колечко означает, что он принадлежит ей со всем своим имуществом. Вот такое дело. Она хозяйка Медной горы. А американская модель брака другая. Партнеры. Партнерский договор. И уже заранее расписывают буржуины, и у нас сейчас тоже так. В случае развода холодильник тебе, а пианино тебе. Вот. У нас по-православному не так. Он мой весь, со всем его достоянием. Колечко на руке жениха, в древности это было серебряное колечко, у нее золотое, знак того, что он свет ее очей, он солнце, от которого она терпит, черпает тепло, а у него было серебряное, цвет луны, которое то ущербляется, то возрастает, знак непостоянства, немощи, перемены. Стало быть, нося это колечко, он будет вспоминать о ней, этом хрупком хрустальном сосуде, будет, если вышли они из дома, а там большая лужа, как в Миргороде, кто Гоголь читал, он должен ее на руках нести через лужу, а весу в ней 115 килограммов, вот и неси, а ты такой дистрофик, у тебя 45, вот и неси, чтоб пупочек не развязался. Да, вот это знак того, что она прекрасна и немощна, и нужно проявлять ей попечение и заботу, быть ее кормильцем, защитником, быть готовым умереть за свою жену, а если нужно, даже от рук жены и смерть быть готовым принять. Да, кстати, мы знаем только приемы самозащиты. Вот в браке изучи там самбо, ушу, кушу, и умей закрывать больные места. Пусть она нападает, но ты лишь только как носорог подставляет свою толстую кожу под удары. Не дай Бог ударить по кумполу избранницы. За это просто батюшка секир башка. Вот, патриарх выдаст саблю и прямо на месте голова с плеч. Я тебя породил, я тебя убью. И так было бы, если бы священник мог проливать кровь. Священник не может проливать кровь, он даже мышку не может прибить в алтаре. Только может благословить мышеловку поставить. Алтарник поймает и уже мышку потом к высшей мере. Вот. Поэтому батюшка может сделать только массаж лица. Так, чтобы не было подтеков. Но это надо бить и уметь. Мы с батюшкой курсы прошли сейчас. Вот. Да. И вот обручение. Руки соединены. И выводят в самый храм, на середину храма, священник, брачующуюся пару. И здесь кульминация всего. Клятвы, обеты взаимной верности. Не давши слова, крепись, а давши слово, держись. Или наоборот это говорят. Это, собственно, присяга на верность царю и отечеству. Венчанные супруги – это военно обязанные, присягают отечество один раз навсегда. Назвавшись грудем, полезай в кузов, иначе тебя ждет трибунал. Трибунал, ты только можешь быть дезертиром. Но венчаются, конечно, не для того, чтобы бросать щит и меч посреди поля боя. И вот эти обеты, венчание, нужно заранее знать, чтобы не смотреть растерянно по сторонам. Что говорить-то? Священник обратится сначала к жениху, потом к невесте. Имеешь ли ты твердую решимость? Благое произволение взять себе в супруги сию половину, которую видишь перед тобой. Имеешь ли ты эту решимость? Вот. Саша смотрит на мать, говорит, я не знаю. Не знаю, вообще имею или нет. Батюшка сказал, что надо, а я что-то сомневаюсь. Нет, так нельзя.
приходится осенять себя крестом жениху и говорить: «Имею честный отче». Вот. Да, решимость, как у воина, скажешь начальству: на луну полетишь, и полетит. «Имею честный отче, не обещался ли иной невесте? Нет ли у тебя двойного дна? Здесь венчаешься, а в Харькове у тебя подруга жизни там, вот, а в Болгарии еще какой-то там эпизод. Вот почему нам нужна исповедь, чтобы сердце было чисто, чтобы действительно, то есть с чистой совестью, мог сказать: не обещался честный отче, это обет верности, обет любви до гроба и после гроба вместе верные супруги всегда пребывают. Даже смерть их не разлучает, хотя формально после кончины своей половины ты свободен и можешь, если не имеешь сил оставаться один, найти вновь себе спутницу жизни. По этим обетам мы должны сохранять чистоту супружеского ложа, быть верными в браке, как гуси и лебеди. Вот. По этим обетам мы должны соблюдать естественные законы, законы природы, которые заключаются, между прочим, в следующем. Если вас не усыпил, вы сейчас запомните все, что я вам скажу, и невесте потом расскажете, что такое хорошо, что такое плохо в супружеской жизни. Если женские немощи, так называемые, нет места для супружеского общения, 7 дней воздержания. Если под сердцем уже ребеночек, то нужно поступать так, как поступают тигры, слоны, носороги, пиявки, тритоны. У них нет супружеской жизни тогда, когда ожидается потомство. Только люди творят не весь что, когда ребеночек там кричит: «Мама, я уже здесь, что происходит? Мне тяжело дышать, вы что, деформируется моя психика, внутричерепное давление у меня». А там папа с мамой не знаю, что творят. Нет, супруги — это подвижники, это просто монахи женатые, то есть они должны сохранять здоровье детей, а то ведь бывают выкидыши, такое несчастье. Да и дети потом несут последствия в известной мере нашего невоздержания. Бывает, конечно, вышла она замуж за какого-то православного перса, он такой горячий, что даже ее к телефонному, простите, к телеграфному столбу, я говорю: «Значит, что ты смотришь на столб?» «Да я смотрю на столб, так просто смотрю, чтобы в него не врезаться». «Нет, ты смотришь на вас с пристрастием». Есть такие вот ревнивые натуры. Конечно, ей приходится иногда и уступать, чтобы не позеленел муж, как Кощей бессмертный, но все-таки здоровье детей превыше всего. Есть свои дни воздержания у христианских супругов, обусловленные их верой. Именно под среду, под пятницу, под воскресенье, 3 дня в неделю Христос был предан Иудой, пятницу распят, воскресенье воскрес. По взаимному согласию муж и жена сохраняют себя от супружеского общения, уделяя время посту и молитве. Наконец, и более пространные посты. Вот сейчас рождественский пост. Меня матушка отпустила: «Ну давай, езжай куда хочешь. Приезжай к Рождеству Христову». Вот. Да, и, конечно же, из всего этого следует, что супруги не зря... жених и невеста вот имеют венцы с крестом. Это действительно мученики. Они, то есть, властвуют над собой. Они не приносят естество в жертву сладострастью. Все подчинено нравственной идее, здоровью детей. И супружеское общение в этом смысле очень бывает полнокровное. Супруги не утомляются друг от друга, как современная молодежь все себе дозволяет. Не буду описывать, что происходит в нынешних комсомольских свадьбах. Вот. И потом присыщаются, и как какие-то клещи, напившиеся друг от друга, отваливаются и знать друг друга не хотят. У супругов православных путь будет иначе. Чем больше времени проходит, тем больше они друг друга любят. Мы в этом отношении действительно, как белые лебеди, мы не знаем ни измен, мы не знаем абортов. Мы не знаем никаких злохитростей против зачатия, от которых одни только болезни идут. Мы узнаем время, когда вместе сходимся, когда храним воздержание. Да, и Господь благословляет эти мужественные семьи миром, счастьем, любовью, если оба, конечно,
здесь супруги, как юнги на мачте смотрят далеко вперед, то есть стараются исполнять все свои обязанности как христиане, как любящие родители, как заботливый муж и жена. Интересно, что в завершении венчания священник подносит чашу, одну чашу на двоих. Вот, раньше это было таинство причащения, иногда сейчас священники тоже практикуют, совершают венчание во время литургии и причащают первым делом венчанных мужа и жену. Ну, а сейчас чаша сладкого вина, освященная, благословленная, одна на двоих. Отсюда, может быть, и само родилось понятие. Пей до дна, нужно выпить до дна эту чашу. Вот, чаша, размер чаши этой красавули зависит от того, насколько батюшка вам доверяет и вас любит. Я вот иногда, бывает, не без юмора говорю. Ну, а теперь, друзья, сейчас вам вынесут чашу, которую вы будете пить до дна за три раза. Сначала он, потом она, во имя Отца первый раз, и Сына, и Святого Духа. Чаша небольшая, 1,5 литра виноградного вина. Жених бледнеет, падает в омут, ничего поменьше вынесем. И ковшечек выносим. Тоже интересно смотреть, как они пьют эту чашу. Сейчас бывает так. Он чуть-чуть пригубил, от страха зубы бьют по краю чаши. Она такой глубокий глоток. Вот, я говорю, ну что же вы, милый, так робко-то? Вы же кормилец. Или вы хотите сказать, что вас уволят с работы, вы будете все время на бирже труда лежать на диване, питаться 4 раза в день, а жена на 2 работах, да еще стирка, глажка, воспитание детей, вы должны взять на себя большую часть. Ну, хорошо. Пьет побольше. Да. Эта чаша – символ радости, символ единения, символ одной жизни на двоих. И, спив ее до дна, супруги выказывают решимость все перетерпеть с радостью и весельем, благодаря Богу за данный им союз. В заключение батюшка благословляет вот этими самыми иконами, которые родители нам вынесли, как правило, икону Спасителя и Богородица. Богородица – это иконы чудотворные, становятся через брак, они осветились через нашу любовь. Эти иконы в красном углу супругов всегда вместе со свечами стоят. Всякий входящий в дом понимает, куда он попал, что здесь не шведская семья, не розовые, не голубые, а наши православные. Вот. Эти иконы ни при каких обстоятельствах никому не дарятся, кроме детей, как благословение на самостоятельную жизнь. Как бы ни было тяжело, наступит опять времена военного коммунизма. Сначала, значит, Советский Союз, потом постсоветская демократия, потом охлократия, потом анархия, мать порядка, потом опять коммунизм военный. И вот, да, дома шаром покати, ничего нету, ни в коем случае эти иконы в ломбард не несут, и ризы с них не сдирают. Напротив, присутствие этой святыни знаменует то, что Бог заботится о семье, никогда Он ее не оставит. И действительно, венчанные супруги, если они воспитывают детей в благочестии, всегда чудным образом сводят концы с концами, и более того, Господь дает им благодать. Я вот вчера побывал в одном доме, тоже из дерева, но только на раз, 8 раз больше. Там 4 детей. Папа работает, дед устроит фабрику в Казахстане. Мамочка здесь его ждет. Он по воскресеньям прилетает домой. Да, такого дома я не видел. Полный чаши. Бог видимым образом благословил это семейство. Венчанные супруги на фотографиях, венцы, свечи горят. И я желаю, дорогой батюшка, что много ли, мало ли, но все наши слушатели из тех, кто не будет игуменами и архимандритами, это высший путь, о нем вы расскажете в следующий раз, вскоре пришлю к вам венчаться, пригласите меня, я прилечу на собственные средства, буду посаженным отцом на свадьбе. Гулять будем, пировать. Кажется, уже время обеда прошло. Храни вас Бог, дорогие братья.